такая фазенда. Собачка там. Красиво. Кто живет в таком царстве? Разрешили мне снять этот дом красивый. Посмотрите, как красиво. Бурасы не. А не варбурда. А травасна. От. Сора. Чимбу, чин. А. На Силакили. Знаете, какой умный. Чок Гюзелев, чок. Красота, не правда ли? Кто-то живет в таком красивом замке. О, кимин? Патрон, патрон кимин. Йок, йок. Патрон йок? Йок. Мерсин. А, мерсин, да? А, шимдихич ким се йок. Вот такая вот фазенда. Язын гелиорлар. Кюпеклири насыл, да? Посмотрите. Ой, на макости орлар. Какие колесие, чок. Пенсини корк миорум. Корк миорум. Аж как у нас баксен. Ой, на макости ор. Играть хочет, посмотрите. Ты хозяин, да? Охраняешь такой дворец красивый. Ой, ты красавчик. Ой, красавчик. Ой, о, о. Молодец. Они здесь живут и охраняют этот дом, смотрят за ним, а хозяин в Мерсине живет в городе. Петрушечка так растет. Видите, какой красивый дом. Вот это дом для людей. Для собачек. Побежал за мной, ну как команда слушает. Какой холёси. Алёси, ты хороший. Только не гавкай, а то я разрыв сердца получу. Видите, какой забор. В общем, капитальное все построено. Такие деревья красивые, ухоженные. Супер. Вот это за всем этим они смотрят. Муж с женой. Дядя Али. Хорошие. Ну, так нас угощают. Сыкма называется. Вот жарят на таких сковородках открытых. Вот так вот. Заворачивают потом сыром. Получается вот такая. Такие маслинки. Чай мы пьем. Они там сели, а у меня ноги болят. Вот так жарится это. Вкусно с сыром. Приятного нам аппетита. В этом доме они живут и смотрят за этой большой фазендой. Все есть здесь. Сидим на таких тахтах.
собачки там, в общем, вот так вот. Друзья мои, вот здесь вот сады, банановые сады. Я вообще вот ехала, увидела и в шоке была. Хочу показать вам. Сейчас где-то должно быть рядом. Что я хотела вам сказать, что мы возвращаемся. Мерсин. Представляете, оливки мы не взяли, потому что они все червивые. Их надо обрабатывать, их надо смотреть, ухаживать, поэтому все внутри червивые. И мы едем с пустыми сумками. Пару лимонов взяли, думали, внизу возьмем, но не получилось. Так что вот едем, пока светло. Не остались мы там, дома лучше, как говорится. Вот покушали вот сыкма, называется такой вот хлеб, и внутри сыр, с чая выпили, огурцы, помидоры, вот так вот мы покушали. И, друзья мои, если получится, я вам сниму. Сейчас где-то я видела очень много этих банановых, там не бананы, представляете, столько этого испортилось, оливок. Столько достопримечательностей, вообще я в шоке от того, что засняла. Так, столько мест увидела святых, исторических. Так приятно вообще, что я могу вам это все продемонстрировать и показать. Ну ладно, буду прощаться. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. До свидания, до скорых встреч. С вами была Светлана. Это... Не забудьте подписаться на мой канал, написать комментарии. Пока-пока. Мои хорошие, я хочу добавить вам, мы возвращаемся, и я спросила мужа, почему такой беспорядок в доме был, все перевернуто, а оказывается, туда вошли воры, представляете, пробрались, разбили стекло в окне и забрали большой телевизор хороший, поэтому весь дом такой перевернутый, я в шоке была. Но я, да, снимала, то еще что-то как-то не вникала в них, они пока там показывала вам двор, они не могли никак дверь открыть, оказывается, они пытались через дверь зайти, а потом разбили окно, оказывается, увидели. В общем, вот такие бывают вещи тоже. Заброшенные фазенды нельзя забрасывать, потому что могут туда попасть воры, тем более их дом находится возле, фазенда находится возле, на самой дороге. Ну, вот такие вот дела, мои хорошие. Очень интересная история, не правда ли? Пока-пока всем.